Всем привет! Сегодня я расскажу вам о кемпинге La Marina Resort, который находится в южной части нашего побережья Коста-Бланка в Испании. Чем интересно это место? Первое, здесь есть довольно большой аквапарк, вот вы видите на картинке, приблизительно, наверное, такой же большой, как Аква-Натура в Бенидорме. Кто был уже, тот может приблизительно представить себе. И также на территории кемпинга, кстати, который имеет 5 звезд, на территории кемпинга располагается и спа-центр, да, то есть это джакузи, потом разные процедуры и так далее, да, для красоты. Вот сейчас как раз стало лучше видно, то есть еще раз. Едем с севера, да, до Аликанте, дальше можно ехать вдоль моря, проезжаем аэропорт. Дальше у нас идет Гран-Алакан, дальше у нас идет Санта-Пола. И в каком-то месте шоссе N332 будет разветвляться на N332А. Вот сюда как раз нужно свернуть в La Marina, да, местечко La Marina. И вот это такая ракушечка, вот знак La Marina, да, кемпинга. Как раз здесь вам нужно остановиться. Вот еще более крупное изображение, да, вот, пожалуйста. Что хочу вам показать карту. Вот, посмотрите, на самом деле это огромный абсолютно кемпинг. Вот вы когда приезжаете вот по N332, вот эта дорога, здесь вы заезжаете, там все указано, куда сворачивать и так далее. Вы заезжаете сюда, на территорию кемпинга, паркуетесь и идете мимо теннисных кортов. Справа увидите большую детскую площадку, тоже о ней расскажу, и вы посмотрите видео тоже, что это себя представляет. И дальше, проходя детскую площадку, с правой стороны вы увидите ресепшн, вот, information, да, и у нас. А здесь вы можете купить билеты в аквапарк. Класс! Мы находимся в La Marina Senses, это такой вообще кемпинг-резорт. Но также здесь на территории находится огромный, не то что огромный, но большой аквапарк. И вот сейчас, где я нахожусь, это такая детская площадка, большая для детей. И здесь можно совершенно спокойно заехать, например, в кафе зайти, а дети полазят здесь на площадке. Очень интересно. Ну, сейчас дальше будем исследовать, что здесь еще есть. Сам аквапарк La Marina. Парк такой плавучий. Мостики. Вон горки видны. Немножко. Ну вот это для самых маленьких. Есть такие слоны интересные. А Никола у нас готовится очередному заплыву. Ника! Теплая? Наша морская звезда. Ника, ты сейчас куда идешь? Здесь такие маленькие горки для деток. Сейчас нас Ника тоже съедет с горки.
вот Ла Марина, вообще это как бы считается кемпинг, да, резорт. И здесь вот, посмотрите, видно, а такие как маленькие домики с соломой на крыше, написано вон village, название деревни, да, с номер 21 по номер 25. То есть вот люди приезжают, машину оставляют, некоторые на караванах, и вот так живут.